Здравствуйте, бичане! Меня зовут Даша. Сейчас мы узнаем прогноз погоды на 15 декабря. В Барнауле днем минус 14, в Белокурихе минус 10. Ночью в обоих городах минус 17 градусов, ниже нуля. В Горно-Алтайске ночью минус 18, днем минус 9. Теперь обратимся к прогнозу погоды в Бийске. У нас переменная облачность. Ночью минус 17, минус 19. Днем минус 11, минус 13. Передаю привет бабушке, дедушке, одноклассникам школы номер 3.